Район Уилинг. Вон там на водонапорной башне написано Уилинг. Вот оно, Уилинг. Большие эти дороги. Ну, дорога та же самая, просто пространство, спейс большой. Здесь нету близко домов друг к другу. И тоже очень красиво сейчас осенью. Вон там фонтанчик. Дэнди Роуд, пересекаем ее. Вот везде сейчас можно встретить эти тыквы. Блин, проехался раз. Как я уже снимала в другом ролике. Повыставляли. Магазин здесь. Магазин. Так у нас в доме есть магазин. Да, точно такой, как у нас в доме магазин. Это сеть Fresh Farms, магазинов, супермаркетов. Различные продукты разных-разных стран. И рис с мешками большими для китайцев и индусов. И наши продукты русские, и гречка, и соль, и цикорий. Есть у них. А чё, а фонтанчик Пэрипуи на Сидривани? Вот здесь фонтанчик, вот на это его закрыли. Парк Фрэндшип, он там нету. Орео парк, какие дом. Вот листики. Парк, парк. А я не вижу парк. И домик. Проехали парк. Вот здесь и домик. И яблоки. Вы сейчас заберете яблоки. Будешь собирать яблоки. Да. И